Доброе утро. Уже сам путаюсь, какое число. Вероятнее всего 21-го. И по просьбе одной из подписчиц снимаем Циолковского 7. Вот, я уже в принципе тут раза два-три ходил. Но как-то этот домик не попал мне в объектив. Вот он расположен недалеко с домом Ширак, который тут восхвалял, так сказать. Домик неплохой, симпатичный и находится в отличном месте, я вам скажу. То есть это улица Циолковского, самый-самый низ. Ну, тут какие-то небольшие нагромождения в виде забора. Вот. Сам домик интересный. Ну, заборчик я бы поменял бы все равно, конечно. Но опять же, я лезу вечно своим носом. Вот, смотрите, домик, комнатки. Там вон какая-то беседочка есть. Можно посидеть. Буду понаглее. Полезу, посмотрю, что там за забором. Опа. За забором двор. О. Как бы вот так. Ну, лучше бы я, наверное, в двор не лез. Не смотрел. Ну что, наверняка интересует, как далеко до моря. Да тут фигня, я скажу вам так. По-простому. Сами понимаете, особо-то тут снимать-то что. Вот он дом. Вот он. Симпатичный. Надеюсь, вам понравился. Ну, пойдемте, пройдемся к морю. Я буквально вчера ходил по этим местам. Ну, тут рядышком. Вот, до свидания, Циолковского 7. Дед Мороз там он еще висит. Вот, идем, смотрим. Улица. Буквально до Победы. Вот тут, метров 60-70. Сразу за перекрестком будет у нас... А, вот, как я молчу. Вот, то, что я говорил, столовая одна, вон там, вон дальше, столовая Победа. Сразу же. Тут у нас все время шашлыки, машлыки, чебуреки и прочие такие съедобные штучки. За углом сувениры, фрукты. Ну, на ваше счастье, вот буквально несколько месяцев назад открылся супермаркет Пятерочки. Прям сразу под ним Магнит Косметик открывается. Аптека. Студия красоты. Что вам еще надо? Администрация, она тоже вон там, вон за углом. Раки. Наверняка вы задумывались о раках. Вот. Букмекерская, можно поиграть. Тут я вам скажу еще, основной офис турфирмы Глория. Так что если захотите куда-нибудь поехать, а вы захотите, вот она, экскурсии Глория. Сам пользуюсь ихними услугами и очень доволен. Если вы захотите в Европу, то Европа тоже тут. А вот супермаркет, ой, супермаркет, торговый центр Бирюза. Ну, в моем понимании, конечно, может быть, он мог бы быть побольше чуть-чуть, но неплохо. Мы сейчас заходим, так сказать, с тыльной части, тут ничего такого респектабельного. Но зато вот санаторий Бирюза тоже. Бирюза, как говорится, на бирюзе. Классный. Тут у нас есть Бургер Кинг, опять же, повторюсь, Магнит и всякая там фигня. Косметика, косметика, немножко одежда. Ну, брендовая там, я так понимаю, поменьше. Но наверняка она вам особо-то и не нужна. Билайн. Он всегда вообще думает за нас. Вот. Так, ну мы в принципе пришли на море. Ну, сегодня я уже не буду
непосредственно к морю подходить, так как я буквально вчера показывал клип, где мы идем от гостевого дома ТИС к морю. И вот именно по этому месту мы и ходили. Вот Бургер Кинг, даже Бургер Кинг Авто, Бирюза, Океанариум, Дельфинариум. Все на свете. Все тут есть, как я говорю. Все. Вот проход на пляж «Морская звезда», который я вам вчера показывал. Еще 50 метров. И вон уже видно море. Там голуби. Жирненькие такие. Тоже вчера показывал. Не буду повторяться. Вот. Сувенирная продукция. Шаурма, кухня, шашлык, машлык. Пиво, оружие, наркотики. И даже, возможно, есть порнография. Ну что. Мое мнение. Место неплохое. Самый низ. Идти до моря всего ничего, буквально, как вы поняли, там 4-5 минут. Все, что вы хотите, все находится рядом. Небольшая удаленность от центра. То есть, если вы хотите пойти там в центр национальных культур, посмотреть там какой-нибудь концерт, допустим, сходить в парк аттракционов, вам придется потратить, ну, минут, наверное, 20-30 в ту сторону. Либо сесть на такси, да и доехать себе спокойненько. Вот. Так что выбор неплохой. Что касается цен и комнат, конечно, я вам ничего подсказать не могу, сам не знаю. Надеюсь, что вы свое, так сказать, желание посмотреть удовлетворили. И все вам понравилось. Ну, я думаю, вы не пожалеете. Травы, мед, чай. Там вон еще один океанариум. И бассейн, вот морская звезда. Большущий. Вот если прямо проехать, точнее проехать, пройти буквально метров 200, наверное, не 100, 200, 300, 250. Там уже железнодорожный вокзал. То есть тоже добираться тут недалеко. Ну а там от вокзала я уже показал дорожку и центральный пляж. Центральная набережная, куда вы все равно пойдете. Хотите вы того, не хотите, все равно вы хотите. Рекомендую прогуляться там по улице Павлова, по улице Калараша. Пройтись вдоль и поперек улицу Победы. О чем вам рассказываю, наверняка уже были, знаете все. В столовую вот зайдите. Вот, кстати, Макдональдс. KFC, Burger King. Все эти компании вот буквально в течение нескольких лет последних пооткрывались. Ну, может, Макдональдс пораньше. Раньше-то мы ездили в центр в Сочи, чтобы там поесть в KFC. Курочку какую-нибудь. А теперь на тебя. Все на месте. Так, ну опять эти китайские львы. Лазаревский дельфинарий, Макдональдс. Мунтаун змея. Тропикана, морская звезда. А я поехал дальше. Все. Всем удачи. Подписывайтесь, а то я забываю. В конце ролика говорю, уж может кто и не досмотрит даже. Вот Лазаревский сценарий. Так что подписывайтесь. И друзей призывайте к этому. Все, пока.